раскрасьте узлы сетки в два цвета, чтобы узлы каждого цвета сами образовывали квадратную сетку, ну, разумеется, с большим размером клетки. Так, ребята, чтобы сразу вам было легче, задача будет про два цвета, про три цвета, про четыре цвета и про пять цветов. Все понимают, что прав? На самом деле очевидно, да? Да, как конечно, конечно. То, что называется шахматная раскраска. Ребята, я повторяю, задача там такая, не только в два цвета, но в три цвета. Можете прямо на этой картинке исправить часть единиц на тройке, чтобы стало бы все хорошо. Нет, нельзя. Двойки надо оставить. Надо каждую вторую единицу изменить на тройку. Сумеете? Я могу. Не, смотрите. На одной вертикали вы полностью заменяете единицу на тройке. Второе оставляете. Надо. Все будет хорошо. Нет, не будет. Что значит, что у вас вот появилась сеточка из единиц? Вот она, квадратная сетка из единиц. Согласны? Да. Отлично. Что вы теперь должны в ней сделать? В этой новой квадратной сетке. Итак, что вы должны в ней сделать? В этой самой сетке. Вы должны в шахматном порядке раскрасить в этой сетке. И что это значит? Где тройки писать? Выйдите, сделайте, чтобы мы вам поверили. Молодец, правильно. Смотри, какая идея. Следующий у нас 3, 1, 3. Дальше здесь будет опять 1 и так далее. Здесь дальше. 3, 1. Должно происходить чередование. Да. Да, отлично. Да, конечно. Да. Следующий, кстати, я не понимаю, почему вы мне сказали, что я не прав? Если по одной горизонтали полностью сказать, что это две тройки. Нет, секунду, смотрите. 3, 1, а здесь что? 3, конечно. Слышите, на самом деле Коля правду сказал. Надо на горизонталях, на половине горизонталей написать везде тройки. Давайте пройдем обратно. Пока еще у вас не везде правильно. Ну, не трогать двойки. Двойки точно не трогать. Да. Вы пытаетесь дорисовать, а между тем у вас еще не все исправлено, собственно, на самой картинке. Молодец. Здесь тройка. Смотрите, какая история. Вот на этой линии только двойки и тройки. Здесь только единицы и двойки. Здесь двойки и тройки. Здесь единицы и двойки. Двойки и тройки. Единицы будет. А, ну да, прекрасно. Спасибо. Отлично. Так, господа, чтобы не портить эту картинку, давайте я быстренько расчерчу. Когда 4 цвета, может ли так быть, что ячейки для всех цветов одного и того же размера? Может или нет? Потому что двойки сделать, с двойками сделать ту же операцию. Конечно. С двойками делать ту же операцию. Или можно еще проще сказать. Возьмем такой вот квадратик, и после этого его что? Повторим. Его повторим бесконечно много раз, да? Сдвинем его по вертикали и сдвинем его по горизонтали много раз. Итак, здесь будет 1, 2, 3, 4. Тогда смотрите, что такое такая ячейка? А вот какая ячейка, вот она, да? Идея понятна? Соответственно, сдвинуть мы получаем четверки, если на единичку сюда. Если сдвигаем на единицу вправо и вверх, то получаем единицы. Ну и так далее. Так.
Всем понятно все? Все. А вот теперь будет настоящая интересная задача. А именно. 5 цветов. И при этом, чтобы ячейки для всех цветов были одного и того же размера. Между прочим, господа, у меня с этой задачей связано детское воспоминание. Когда я был примерно в вашей возрасте, то, может быть, чуть младше, то я читал подшивку за многие годы журнала «Квант». И в одном из первых номеров задачники «Кванта», есть такая замечательная рубрика журнала «Квант», задачники «Кванта» была вот эта вот задача про 5 цветов. И я тогда, как сейчас помню, почти ничего не понял. Мне показалось, что это жутко тяжело, что это вообще что-то такое трудное. Вот, и вот это вот у меня такое детское воспоминание, что это была задача, которая мне показалась какой-то такой вот очень тяжелой. Сейчас я понимаю, что на самом деле все было легко, но, между прочим, это еще и журнал виноват, потому что там это было написано академиком Колмогоровым, и он, в общем, писал не для школьников, а, что называется, сразу для людей просвещенных, поэтому было написано решение не вполне школьным языком, и поэтому мне оно просто действительно показалось очень тяжелым. Надеюсь, что вы сейчас эту задачу решите, и такого ужаса, какой был у меня, у вас не будет. Итак, рисую побольше сетку. Будьте добры раскрасить все узлы в 5 цветов. Дальше, смотрите, продлеваем вот так, до бесконечности. И здесь продлеваем. Понятно. И здесь продлеваем до бесконечности. У меня немножко, понятно, некрасиво с линиями, но надеюсь, что когда вы рисуете у себя в тетради, то у вас получается все гораздо ровнее и точнее. В общем, господа, видно, что такими вот параллельными линиями можно разрезать всю плоскость на что? На квадраты. А теперь смотрите, какая история. Где мы ставим единицы? Да. Теперь в этих самых квадратах, например, у каждого квадрата ставим единицу в его самой левой вершине. От нее ставим двойку. Я не знаю, понятно, да? Да. Нет, не сюда, извините, не сюда. А двойку ставим сюда. Итак, вот это все единицы, двойки, да? Вот это вот двойки. Над каждой двойкой будет тройка. Сбоку от каждой тройки будет четверка, а под ней пятерка. Господа, все. Пожалуйста, сделайте эту тетрадь. Просто не поленитесь, потратите, я не знаю, 5 минут на рисование. И нарисуйте здоровую картинку и проставьте эти точки. И вы увидите, что действительно двойки составляют квадратную сетку, сдвинутую по отношению к сетке из единиц. Тройки составляют тоже сетку, сдвинутую четверки, пятерки. Это, пожалуйста, еще раз, идея потрясающая совершенно. Вся плоскость разрезается на квадраты одинаковые, и после этого мы ставим в углах везде единицы, да? У каждого квадрата есть угол, самый левый. Туда пишем единицу. То есть на самом деле просто везде, вот в этой вот наклонной сетке ставим единицы в углах квадрата. Внутри возникают 4 точки. Ребята, заметьте, пожалуйста, если подумать, становится ясно, что ровно такая же конструкция имеет место вовсе не только для 5, а вообще, когда у вас есть любой такой квадрат. Как только есть квадрат с вершинами в узлах сетки, так возникает такая замечательная раскраска.